We are opening this exhibition of our museum, because we are celebrating the 5-year anniversary of our men. Some of these things are 5 years old. You choose those things. А народ вот там, на периферии, все. Численных речей. Значит, временная экспозиция нашего музея, которая пока открывается здесь, а затем, я думаю, она будет перемещена, скорее всего, наверх в актовый зал наш в ближайшее время. Но я думаю, что эта экспозиция уже даст представление, что задумано, какой будет музей. И я думаю, что главная задача этой экспозиции, чтобы все поняли, что финансировать развитие музея надо и чем можно больше. Financing all the museum is a good one, and we shall do this finance. Поскольку сегодняшние 2000 человек, которые работают в банке, уже совершенно плохо представляют, с чего банк начинался. Моя точка зрения, что банк может работать успешно только в том случае, если все будут знать не только настоящее, но и хорошо знать прошлое. Тогда можно не повторять ошибок в перспективе на будущее. Я хочу так сказать хоть раз в жизни, чтобы мы поговорили Александра Ефимовича Степанова, благодаря усилиям которого все это было сделано, так сказать, кто бы не помогал, а все-таки тракторист он главный. Всегда. Почему столько раз это было? Можно потом второй. Но это при следующем этапе. Поэтому давайте режем ленточку. И я поздравляю всех тех, кто принимал участие с этим событием. А вот эта ленточка тоже пойдет в музей, да? Я уже понял. Только надо было поострее ножницы. Мне хотелось бы представить, помимо этой экспозиции, еще и книгу, которую недавно к открытию музея приурочили все сотрудники музея, положив сюда определенное количество труда, с моей точки зрения, небольшого. И тогда, когда наша история будет потихонечку уходить в прошлое, если у нас будут накапливаться такие материалы, а нас через 150 лет можно будет писать вообще бог знает что. Особенно вот по создателям ФАС, то есть людям, которые создали его, которые превратили его в то, что он сегодня представляет. Мне хотелось бы поблагодарить всех сотрудников банка, всех руководителей, которые в той или иной мере вложились в то, что мы сейчас видим. И я думаю, что если бы у нас были представители финансовых служб, они бы уже конкретно видели, что сегодня уже есть во что вкладывать. То есть вот это все приобретает уже такой вид. И мне хотелось бы, конечно, особенно поблагодарить и поздравить сотрудников музея, как людей-сподвижников,
тех, которые, несмотря на все трудности, которые сопровождали их работу, в общем-то, создали то, что мы сегодня видим. И здесь особенно мне хотелось бы отметить труд Айсана Ефимовича Степанова, который благодаря своему, ну, можно сказать, фанатизму и вере в то, что это возможно, создал то, что мы сегодня видим. Вообще, мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели то, что здесь есть, потому что здесь есть совершенно бесценные экспонаты. И я больше чем уверена, что вот в этом событии мы, может быть, тоже опережаем многие другие банки. Поэтому я вас поздравляю, и это ваш банк. Я всех нас поздравляю. Хроника, что ли, вот такую книжечку. Через дорогу. Они, буквально через два дня делают все то же самое, что и мы. Они конкуренты, которые очень следят за нашим развитием. Ну да, они же создают музей камня, по-моему. Ну что-то делают. Да, я читал. Что-то типа музея камня. А, что-то.
Значит, это вообще длинная история, как мы это место вообще получили. Мы его купили на свет, заплатив на спонсорскую помощь за 300 тысяч. Все это должно было скрыться. Еще работать. Потом они уже стали продавать это место, и я тоже не хотел это там, где большой раз разговаривается, чтобы не брали. Скажите, я пришел посмотреть. Можно это попросить? Я же президент того. Вот то, что папа можно оставить. Сервис, я полагаю, что проблемы с этим уже нужно попробовать. Спасибо.
Ценам 7 миллионов. Сейчас дороже. Пойди, бред. Сейчас все расскажу. Пойдем. Спасибо. Пока мы не увидим, что
Но то, что вы здесь видите, это, наверное, одна треть того, что нам удалось. И очень свободно, и очень красиво. У нас этого не получается. Нет, что-то получается. То есть вы попытались представить на следующий. Видите, что надо в истории банка. Ну вот видите, идет трибуна по истории банка и совершенно не очень ответ на большими деньгами напугали, я тут чуть витрину не разбила. Какие же небольшие, но не видно. Как вроде звездочки есть или нет? Вот это вот видно, что пальцы. Таких мы круглые почты печатаем. А вот это разбито фальшивые, это, наверное, старые, может быть, как-то. И краски. А это для сравнения, что ли? Нет, это все. Все фальшивые. Это же, смотри, какие краски. Да тут вообще некоторые отличить невозможно, по-моему. Нет, смотри, это все. А вот эти я даже не знаю. Там водяные знаки неправильные. Правда? Да. А как это неправильно? А там накатанные. Шестеренки. Вот эти 50 тысяч, которые зеленые, они... Ну они очень яркие. Они с водяным знаком, но накатаны на другой купюре. На тысячи накатаны. Сначала смывают, потом накатывают. Ленку опять фотографируют. Несправедливость. Вообще, наблюдается такое смешение. Thank you.
Всякого рода заборные книжки, талоны, лимитные книжки на продовольствие, да, пожалуйста. Пропуски в закрытые распределители, продуктовые магазины и столовые. Залога за квитанции. Орденские книжки, проездные билеты. У нас есть железнодорожный билет 24-го года для какого-то бухгалтера, там, который ехал из Воронежа. Видите, это вот такие вещи, которые не должны исчезать в регионе. То есть мы имеем не только централизованную выпуску, но и краеведческие выпуски. И тем богаты, тем богатее. Что еще? Вот у вас банковская форма, да? Нет, ну это... Относиться можно к этой фигуре по-разному. Лично мне вот она не нравится. Ну, символ банка создан для нас, деловой банк, должен здесь стоять. Сейчас сувенирная рекламная продукция банка, которая шла на презентационный царь. Все, чем банк одаривает свои стратегические, очень важные подарки друзьям банка. Банковский чистый.
потом смотрим. Он концерт исполнялся изначально. Мы положили оператора, подвигнулось в смысле создания независимого расчета.